Всем здравствуйте, с вами Евгений Дуйнов. Сегодня 14 марта 2018 года, и у нас очередной ролик с новостями компании АСПП и Совелмаш. Сегодня мы получили крепежные и монтажные элементы, которые вы можете сейчас наблюдать, а также специализированные профили для сборки элементов и узлов испытательного стенда, к чему мы приступим в ближайшее время. Также анализатор мощности Yokogawa и контроллер нагрузок MacTroll были подключены к компьютеру при помощи специализированного программного обеспечения для их совместной работы в составе измерительного стенда. Сейчас вы можете наблюдать на экране компьютера, как изменяются показания различных датчиков стенда при внешних воздействиях. На мониторе видны показания датчика вращающего момента. Сейчас отображаются показания датчика оборотов. Пока отсутствует возможность установить на стенд двигатель, нам пришлось исследовать момент, который развивает наш специалист по контроллерам. Те значения, которые вы уже видели, относились к механическим характеристикам. Вместе с ними можно исследовать и электрические. Сейчас выводится напряжение. Но поскольку к измерительному устройству ничего не подключено, показания почти не изменяются, за исключением мелких шумов в 1-2 бита цифрового сигнала. Так как мы уже получили профили и крепежные компоненты, завтра сможем приступить к окончательной установке измерительных и монтажных устройств на стол, окончательной сборке стенда, а также написание программы методик испытания машин электрических вращающихся, после чего приступим к тестированию первых подопытных серийных двигателей. Надеюсь, уже скоро мы сможем с вами изучить результаты первых стендовых испытаний.